Вот мы сейчас белочку орехом кормим. А этот орех мы нашли в Атланте, да? У фонтана. О, так она тут не одна. Их, смотрите, на ветке вон там целых две. Вон еще одна крадется. Смотри, смотри, Дим, смотри, смотри на нее. Смотри, Дима, встала на задние лапки. Вон там две. Это такая маленькая. Смотри, смотри, как углядывает. Орехов. Такая любопытная. О, кстати, у нас же есть орехи. Помнишь, у нас в самолете тетенька угостила? Я сейчас еще такую картину наблюдала. Тоже две белки сидели. Одна спрыгнула еще с дерева. Потом дяденька с собакой шел. Вот, смотри, чешется. Что-то она чихает, что ли. Дяденька шел с собакой, и эта собака как погналась за белкой. О, смотри. Что-то она какие-то звуки издает. Эта собака погналась за белками, и они как рванули к дереву. И прям вообще как кошки, быстро-быстро. Глаза такие круглые, напуганные. Когтями по дереву зацарапали. Прямо с такой скоростью начали вверх взбираться. А собака это поводком намоталась на дерево. Вот. Вон там тоже, смотри, сколько белок скачет. Вот, и потом еще одна белка рядом со мной была. И она, видимо, то ли не сразу заметила, то ли испугалась меня. Ага, все съела, да? Вот. И так тихонько-тихонько, так бочком-бочком мимо меня к дереву. И тоже вот на эту была похожа, с таким же крупным глазом. Ну что, вкусный был орех? Вам орех не собрать. Угу. Короче, тут белок вообще не сосчитать. Вон еще, смотри, сколько сидят их у подножья. Раз. Это рыжая вон одна сидит, смотри. Вау! Они там что, носятся, что ли? О, вон смотри еще. Видишь, кверх ногами ест. И вон к ней еще птичка подходит. Ой, я назад засмотрелась и не то стала снимать. О, вот это высохшая, смотри, уже его даже помыть. Вон сидят. Вот это дерево, да, высохшее? Нет, это у него просто ствол такой. Ну что-то, да, там помечено, помечено. Так-то у него есть зелень, зелень. Просто, может, у него кору сняли и собираются его пилить. Вон, смотри, сидит. Не скачет. До конца парка. Да. Так, хорошо, что солнце в тучках, да? Как бы не очень жарко. Правда, у меня погода. Во всей Америке как раз для тебя погода. Вон, смотри, еще одна сидит, ест. Идем.
Смотри, это прям такое все это. Нету белки. У тебя больше орехи нет? Вон, смотри, там еще пойдем до того памятника путем. Побежала. Где? А, да. Достань мне, Дим, вот эту вот штучку. Вот, мне уже давно хотелось подержать ее в руках. Что-то замочалка такая. На вид сухая. И на ощупь сухая трава какая-то. Действительно, как в «Аватаре». Куба. Объявление. Испанские ветераны. Жителям Джорджии, кто были волонтерами и служили своей кантри в испано-американской войне. О, смотри, прямо вот это дерево, вон, прямо все увешано. Это уже край города? Ну, наверное, пешеходная зона.
Потерялась маленькая собачка. Какая? Где? Это, наверное, одна и та же просто фотография.